Простые горожане, бизнесмены и целые предприятия дали старт добрым акциям. Бобруйская Громаш на помощь врачам пришел с сертификатом на 3000 рублей. Мы, как коллектив Бобруйская Громаш, сделали сегодня первый шаг. На своем личном примере показываем, что это очень важно. Быть вместе, объединяться и решать нашу общую проблему совместно. Это заверяет руководство лишь первая ласточка. На днях на счет центральной больницы поступит еще 20 тысяч. Средства направят на борьбу с коронавирусом, закупят спецодежду и маски. Это очень важно, это внимание для нас. И в этот непростой период, я думаю, что благодаря тому, что не только медицинские работники на передовой с этим вирусом, который не знает границ, но и благодаря тому слаженной работе всего сообщества неравнодушных граждан, я думаю, что все у нас получится, и мы справимся с этой бедой. Фермерское гавайское барбекю, спайси, пепперони, блюз. Заметные игроки на рынке фастфуда тоже подставили плечо медикам. Всемирно известная пиццерия «Доминос» раз в неделю доставляет коробки с фастфудом прямо на Гагарина 20. На данный момент уже пиццы были доставлены в приемное отделение инфекционной больницы. Был покормлен весь персонал данного учреждения. Гаджет для бессонных ночей. Кафе Тикао подарило инфекционной больнице кофемашину. Руководство заведения уверяет, посильная помощь доступна каждому. Сейчас настало такое время, когда люди должны объединяться, помогать друг другу, поддерживать друг друга, проявлять те качества, которые мы подзабыли. И хочется верить, что сложные времена – это как испытание на прочность, и мы хотим вот тоже в этом участвовать и помогать. Ранее свое спасибо врачам сказал Бобруйский мясокомбинат. Там начали готовить обеды медперсоналу, шить маски для сотрудников предприятия. Завтра к марафону добрых дел присоединится Красный пищевик. Поблагодарить врачей за работу может каждый. Телеканал «Бобруйск 360» совместно с «Зефир.ФМ» собирает комплименты под специальным хэштегом в интернете. Видео публикуется на канале в Ютубе и соцсетях. Максим Кембель, Андрей Богдан, «Бобруйск 360».